Здесь похоронен герой Советского Союза Александр Александрович Крюков. Во время блокады Ленинграда летчик Крюков в числе первых доставлял боеприпасы и продовольствие на фронт и населению города. Совершил 140 боевых вылетов в осажденный город. Памятник на могиле героя на Безымянском кладбище давно обветшал. Организация ритуальных услуг обратилась в администрацию Кировского района с предложением бесплатно заменить его. У Крюкова Александра Александровича, к сожалению, не смогли найти родственников, чтобы вот пообщаться, да, как бы в то же время спросить разрешение на установку. Искали всевозможные через Совет ветеранов, через военкоматы, через различные общественные организации, в том числе и Герои Отечества. Ну, вот так было принято решение и с Владимиром Ивановичем Чудаевым совместно все-таки заменить данный памятник. Миссию ухаживать за могилой героя Александра Крюкова возложили на десятиклассников школы номер 150. Ребята восприняли задание со всей ответственностью. Это очень важно для нашего времени и для нашего поколения вообще понять, что мы тоже часть той истории, а не просто люди, которые про это слышали. Мы должны принимать в этом активное участие, поэтому для меня это очень необычное, но очень интересное и очень важное задание. Бесплатно заменили памятники на могилах еще двух ветеранов Великой Отечественной войны на кладбище в Зубчининовке. Марина Матвеевична, Павел Пресняков. События.